Всім привіт! Сьогодні продовжуємо займатися антигравітаційною йогою. Вся наша команда вже в повному бойовому дусі. Тренування проводить наш тренер Лариса Фомченко. Вітаю вас! Добрий день! Добрий день! Антигравітаційна йога – це дуже вдохновляючі тренировки. І сьогодні команда покаже іменно ті упражнення, які дозволяють открыть в себе сверхспособности, преодолевая свой страх. Сегодняшнее занятие пройдет под девизом «Я и не знал, что я так могу». Настраиваемся, погружаясь в ощущения в теле, находим то место, которое есть центр тяжести, где хранится чувство собственного достоинства. И переходим к занятию. Опускаем спинку и достаем плечи снаружи, локти свободны. Достаем ручки средней длины. Стопы. Стопы чувствуют натянутые ремешки строп и ручки. И теперь подбородок к ключицам. Смотрим на то, что происходит. Прямые ноги. Поднимаем и стопы выводим за голову. Разворот на плечах. Расслабляем таз, бедра. Расслабляемся полностью, доверяемся. Поднимаем таз и возвращаем. Забрасываем ножки обратно. Прекрасно. 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 На ручках средней длины поднимаем тело и перекладываем на жгутик гамака талию. Очередной выдох, подтягиваем пупок и толкаем таз вниз, садимся. Стопы очень широко. Хорошо, отлично. Коленки остались развернутыми. Стопы вместе, таз ниже. Руками беремся за гамак на уровне швов, может быть повыше. Поднимаем корпус, подтягиваем жгутик гамака снова на талию. И опуская голову, да, колени к плечевым суставам, бедра легли на гамак, ладошки опускаем в пол. Выпрямляем ноги сначала в стороны. Хорошо. Идем далеко-далеко ладошками за затылок, открываем полностью грудную клетку. И подталкиваем лопатками грудную клетку вовнутрь. Расслабьте шею. Да. О, хорошо. И теперь колени широко, стопы вместе. Хорошо. Ладошки давят в пол. И посмотрели вперед. Еще больше толкнув. Угу. Открываем грудную клетку, смотрим вперед. Очередной вдох, руки в стороны. Расслабляем шею. Во время очередного выдоха пупок глубоко к спине, голову вперед к тазу. Беремся за гамак между бедрами и голенями. Высвободив стопы, толкаем назад. Снимаем стропы. И переходим к следующему комплексу на базе собаки, смотрящей вниз. Стоя прямо, локти выводим наружу гамака, ладошки изнутри. Запястье осталось в захвате. Так, хорошо, до ширины плеч. Делаем шаг вперед. Согнув ноги в коленях, ложимся. Прямые углы в коленных суставах. Оттягиваем плечевые суставы от головы. Мышцы шеи в тонусе. Выдох. Посмотрели в рамочку, подтянули корпус. Вдох. Выпрямляем. Можно выполнять несколько таких. Угу. Хорошо. И теперь непосредственно переходим к собачке, смотрящей вниз.
Стопой любой ноги захватываем изнутри гамачок, толкаем ноги стопами к полу, подтягиваем руки, жгутик гамака на тазовые косточки. О, отлично, 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 да, на тазовые косточки между животом и бедрами. Богдан сегодня все это выполняет первый раз. Хорошо, так, так, треугольничек, горку, горку мы с вами делали. Хорошо, я немножечко помогу развернуть таз. Так, вот, все, зафиксировались, хорошо. Держите таз, ладошки давят в пол, подтягиваем макушку вперед, корпус вдоль пола. Потянули все тело вперед. Вперед, да, так. Ноги параллельно полу. И теперь сдвигаем стопы влево, вправо, как рыба хвостиком. Хорошо. Это такая подготовительная разминка перед прогибом. Хорошо. В этом же положении коленки широко, стопы вместе. Так, и снова толчок ладошками в пол, напряжение под лопатки. Толкнули грудную клетку, развернули колени выше. Хорошо, очень хорошо, замечательно. И теперь разворачиваем плечи, локти в пол. Да, сгибая руки в локтях, вытягиваем голову из корпуса вперед, хорошо. И разворачивая стопы к затылку с наружной стороны гамака, колени к затылку, колени вверх и вовнутрь. Так, хорошо. Коленки вовнутрь, так, и вверх. Получается, голень тогда у вас будет держать гамак. И можно поочередно обхватить одноименными руками лодыжки. Все напряжение переносим в тяжелые, сильные мышцы ног. Оттягиваем стопы от таза и смотрим вперед. Стопы от таза сильнее. Поочередно, не торопясь, опускаем ладошки. Хорошо. Да, выпрямляем ноги вдоль пола. И теперь, согнув ноги в коленях, обхватываем голени ладошками и подтягиваем лоб коленкам. Поза ребенка на весу. Компенсирующее упражнение. Так, чтобы защитную реакцию поясничных мышц высвободить, очередной выдох как можно глубже втягиваем пупок к спине. И снова продолжаем спокойно, ровно дышать. Хорошо. Отпускаем голени, опускаем стопы в пол. Переносим вес тела на стопы. На прямых ногах беремся за гамак с наружной стороны таза. Из-под корпуса выводим на прямые руки. И правая рука чуть сильнее давит в гамак, левая. Хорошо, Богдан, чуть-чуть назад таз, почувствуйте опору. Да, стойте на прямых ногах. Хорошо. Хорошо. Великолепно. Хорошо, возвращаемся к центру. Руки давят в гамак, стопы в пол. Постепенно передаем напряжение в мышцы корпуса. И выпрямляемся. Теперь из этого положения стопу левой ноги опускаем в гамак, так чтобы подушечка и пяточка были свободны. Выпрямив ногу, достаем ручки короткие, лопатки в спину и выдохнули таз вперед. Разворачиваем бедра в тазобедренных суставах. Коленки развернуты вперед. Будьте внимательны, колено смотрит вперед, да. Нам не нужен сейчас шпагат, нам нужно наоборот вставить бедра в тазобедренные суставы. Хорошо. Руками поднимая корпус, возвращаемся. И теперь повисаем до прямых рук, опускаем таз
И правую стопу вставляем в гамачок. Колени широко, стопы вместе. Подтянув корпус, локти вовнутрь. Можно поочередно, ручки вращаются. Хорошо. Хорошо, выпрямляем руки в стороны. Стопы давят друг на друга. И теперь разворот корпуса на плечах. Стопы давят друг на друга. Хорошо, развернулись. Посмотрели вперед. Стопы давят друг на друга, колени шире. Красота. Замечательно. Теперь колени направляем навстречу друг другу и вперед к полу. И возвращаемся, подтянув, да, локти вовнутрь. Хорошо. Замечательно. Локти уже. Выпрямляем руки, высвободив спину. Выпрямляем ноги. Левая стопа опускается в пол. Разводим локти в стороны, колени вовнутрь. Выдох, таз вперед. Для симметрии. Хорошо. Вес корпуса берем на руки и возвращаемся в вертикальное положение. Хорошо. Отпускаем стопу, отпускаем ручки. Благодарю всех за занятие. Сьогодні заняття з антигравітаційної йоги пройшло під гаслом «Я сам не знав, що так умію». Тож всі наші учасники залишилися не тільки здивовані, а й задоволені своїм вмінням. І ми убедились воочию в тому, що заняття з йогою-гамаком, йогою в гамаке – це дуже красиво. А красота, як звісно, спасає світ.